Здравствуйте! Сегодня мы с вами научимся делать йогурт. Для этого просто добавим молока. Еще добавим. Дальше нам нужно будет подогреть это молоко, ну, до теплого состояния довести. Так, ставим микроволновку. Примерно я на 2 минуты ставлю. Ну вот, наше молоко разогрелось. Достаем аккуратно его. Это у нас йогурт, который мы купили в магазине. Добавляем какую-то часть. На самом деле не важно сколько. Это главное, чтобы те микроорганизмы, которые содержатся в йогурте, чтобы они потом размножились во время приготовления йогурта и произвели с молоком то самое, в результате чего молоко превращается в йогурт. Размешаем тщательно. Закрываем обязательно крышкой. Набираем в эту емкость воды. Приблизительно так, чтобы наша емкость могла там погрузиться в нее, но не плавала, во-первых. Во-вторых, чтобы вода не набиралась в саму емкость. Ну, давайте немного подъем. Помещаем. Это все содержимое внутрь мультиварки с функцией йогурт. Соответственно, ставим программу на 8 часов. Это приблизительно 40 градусов. В течение 8 часов будет поддерживать эта мультиварка. Включаем старт. То, что получилось, через 8 часов увидим. Ну вот, наконец, прошло 8 часов, и мы достаем наш продукт, который должен получиться йогурт. Проверим ложкой, все ли в порядке. Да, получился. Приятного аппетита. Обязательно после этого сразу же поставьте йогурт в холодильник, и часа через 3 он будет очень вкусный и полезный.